самая низкая температура на Земле, о городах-рекордсменах и о том, почему на одну и ту же температуру человек реагирует по-разному. Привет, с вами Евгений, и это проект популярной географии на канале Вселенная Beautiful World. Если кажется, что холоднее быть не может, это не так. Температурные рекорды обновляются постоянно. Сегодня я расскажу о том, где фиксировалась самая низкая температура на Земле. Южное полушарие и Антарктида. В 1983 году на российской полярной станции «Восток» в Антарктиде была зафиксирована минимальная температура – минус 89,2 градуса по Цельсию. В 2013 году спутниковые данные американских ученых показали, что в некоторых местах континента температура падает до минус 93 градусов по Цельсию. А 5 лет спустя был установлен новый рекорд. Самая низкая температура на Земле составляет минус 98 градусов по Цельсию. Это было на восточном полярном плато. Впрочем, исследователи из Колорадского университета в Боулдере уверены, что это не предел. И при определенных условиях показатели температур здесь могут колебаться до минус 100 градусов по Цельсию. Все, что для этого нужно – ясное небо и крайне сухой воздух, так как даже минимальное содержание водяного пара способствует прогреванию. Как раз такие дни обычно и стоят в регионе зимой. Перенесемся в северное полушарие, в Россию. Станцию «Восток», расположенную в центре Антарктиды, считают южным полюсом холода. А вот на титул северного претендуют два населенных пункта Республики Якутия – Верхоянск и Аймекон. В первом самая низкая температура была зафиксирована дважды. В 1885 году и в 1933 году. Тогда столбик термометра опускался до минус 67,8 градусов по Цельсию. Аймекон уступал немного. В 1933 году там была зафиксирована температура минус 67,7 градусов по Цельсию. Однако есть и неофициальная информация, что столбик термометра показывал в Аймеконе минус 71 градус по Цельсию в 1924 году и минус 77,8 градусов по Цельсию в 1938 году. Так что спор между этими населенными пунктами продолжается и по сей день. Так где же в мире самая холодная погода? Американский эколог Шея Грюнтер составил список 10 самых холодных мест на Земле, где проживают люди. Помимо Верхоянска и Аймекона, в него вошел еще один российский город – Якутск, где средняя температура в январе составляет около минус 40 градусов по Цельсию. Тем не менее, это самый крупный город в зоне вечной мерзлоты. Фотографии из Якутска и Аймекона покажут вам, каково это жить в самых холодных местах на Земле. Средняя январская температура американских городов International Falls и Фрейзер не столь впечатляют – минус 16,0 градусов по Цельсию. Однако International Falls считается самым холодным городом в континентальной части Соединенных Штатов Америки. И неофициально его называют «холодильником нации». Оба населенных пункта также вошли в список Грюнтера. Другие суровые места – это Утки-Агвик на Аляске со средней температурой минус 11,3 градусов по Цельсию. Хелл в Норвегии, где зимой держится около минус 25 градусов по Цельсию. Снедж в Канаде, где в январе минус 25 градусов по Цельсию. В мире немало других холодных мест. И дело не всегда в чрезмерно низких температурах. Например, в Испании для 60-х северных широт зима довольно мягкая. Средняя температура составляет около 0 градусов по Цельсию, но погоду сложно назвать комфортной. В Монреале, в Канаде, средняя температура в январе колеблется около минус 10 градусов по Цельсию. А когда появляется ветер, желание покидать теплый дом пропадает напрочь. Кстати, об ощущениях. Ученые выяснили, что на одну и ту же температуру человек может реагировать по-разному. Зимой основная причина – это ветер. Если он сильный, тепловое поле вокруг кожи охлаждается, и человек мерзнет сильнее.
У метеорологов даже есть понятие «ветрохолодный индекс», который учитывает силу ветра и позволяет рассчитать настоящую температуру воздуха. Подсчитано, что ветер со скоростью 1 метр в секунду понижает ее на 3-4 градуса. Если на улице минус 20, ощущаться будет как минус 24. Так какую минимальную температуру может вынести живое существо? Согласно исследованиям, человек может перенести минус 196 градусов по Цельсию. Именно такая температура паров жидкого азота, который используют для крионики. Такую же заморозку выдерживают и пиявки. Доказали японские ученые в 2014 году, решив выяснить, что происходит, когда их хозяева, пресноводные черепахи, впадают в зимнюю спячку. Ученые провели эксперимент. И оказалось, что пиявки способны находиться в жидком азоте 24 часа и ожить сразу после размораживания. Ранее были известны только два вида, которые могут выдержать столь низкие температуры. Справляются с низкими температурами и другие обитатели фауны. Например, гуси спокойно гуляют при минус 40 градусов по Цельсию. Команда канадских, британских и австралийских ученых установила, переживать холода этим птицам помогает особое строение перьевого покрова, способность замедлять сердцебиение и обмен веществ, а в самые холодные месяцы снижать температуру тела. На этом все. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Впереди много интересного. А я вам говорю до новой встречи на проекте «Популярная география». Всем пока!